Шили отпраздновали День защитников Отечества. Были оказаны почести ветеранам и отличникам службы. Торжественное мероприятие в честь защитников Отечества началось с взноса государственного флага и исполнения гимна. Было подчеркнуто, что казахстанская армия продолжает героические традиции старших поколений. Это надежный щит независимого государства. Шилийский район также вырастил немало достойных воинов. Среди них есть и генералы. Отсюда родом герой Советского Союза Георгий Ковтунов. Сохраняя преемственность поколений, растет молодежь. 28 молодых шилийцев обучаются в республиканских военных учебных заведениях. Сейчас в общей сложности свой долг перед Родиной выполняет 144 шилийца. В честь Дня защитника Отечества был отмечен ряд военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Я работаю в районном отделе по ЧС с 2016 года. Сегодня я получила благодарственное письмо от Акима района к 7 мая, Дню защитника Отечества. Поздравляю своих сослуживцев и граждан нашей страны с этим праздником. Среди удостоенных наград и Жора Кожамберген. Он в составе миротворческого батальона «Казбат» служил на таджикско-афганской границе. Подвиг «Казбата» 1995 года стал легендой. Жора гордится своей причастностью к этому батальону. Поздравляю с праздником. Пусть в нашей стране всегда будет мир. Я считаю, что каждый гражданин должен пройти службу в армии, быть готовым к защите Родины. Праздничный вечер в честь Дня защитников продолжился концертом патриотических песен. Алина Параджан, Адильбек Жаканов, Алпамыс Ашербеков, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.